саженца клематиса крупноцветкового, передав период цветения у 9 цветками с необычной для клематисов расцветкой. Сорт был выведен германскими селекционерами, является ранним, первые цветы появляются на растении в июне. Цветение длится до первых заморозков. Высоту лиана достигает 2 метров. Одиночные цветки с диаметром около 12 сантиметров состоят из 6 лепестков с волнистыми краями. Цветки имеют оригинальную окраску, которую можно охарактеризовать как насыщенный фиолетово-красный оттенок, пыльники у цветков светло-фиолетовые. Переда претендует на то, чтобы стать главным героем в любом саду. Клематис крупноцветковый переда – это многолетнее растение высотой 200 сантиметров. Лиана лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для сублинистых почв. По типу ствола клематис крупноцветковый переда можно отнести к группе лианы. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает клематис крупноцветковый переда в месяц июнь, а второй раз может цвести в месяц август. Цветок окрашен в красный цвет. Интересные цветы клематис могут быть до 8-12 см. Лист этого прекрасного растения по форме обратно яйцевидный. Весенний окрас листочков зеленый. Обратите внимание, что клематис крупноцветковый переда – самоопыляемый, обоеполый сорт. Клематис крупноцветковый переда создал немецкий сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.